Экспериментальный творческо-производственный комбинат Союза художников России – предприятие поистине уникальное и, пожалуй, не имеющее аналогов не только на территории нашей страны, но и за ее пределами. Все эти годы он был и остается основной производственной базой, открытой для всех профессиональных художников России, решивших воплотить свои творческие идеи в керамике. ЭТПК стал настоящей школой для многих начинающих, молодых керамистов и одновременно остается родным домом для огромного числа опытнейших, заслуженных профессионалов. Производственный процесс – это сложный организм, в работе которого принимают участие целый ряд специалистов – модельщики, литейщики, стабельщики, электрики, технологи, глазуровщики. И поскольку они имеют дело с художественной продукцией, они должны обладать высокой профессиональной квалификацией. В недрах ЭТПК по-прежнему постоянно работают творческие группы, способствующие объединению художественных сил разных регионов России и воплощению в жизнь самых смелых и современных замыслов. На протяжении всей своей истории комбинат был славен многими известными именами художников, составляющими творческую элиту России. Если вот мы сохраним эти творческие группы, то я думаю, что керамика Москвы будет самой сильной. Но она и сейчас самая сильная. Я рад, что у меня есть такие художники, что они вот привыкли к этому комбинату, они им дорожат. Ну, а я ими дорожу. Вот вся московская керамика, вот с моей точки зрения, в том, что у них больше свобод, чем у других, и больше возможностей. Потому что керамика очень дорогостоящее искусство. Это некоторые не понимают, почему вот эти тарелочки такие дорогие. А я знаю, что там и материал дорогой, и обжиги дорогие, и краски дорогие. И некоторые забывают, что талант художников тоже дорогой. Вот, и им нужно, по идее, тоже что-то получать. Что я вот эти стены, этот комбинат знаю лет 60. Вот, и работаю в нем около этого. Ну, член Союза я с 76 года. И вот эта база комбинатская, она всю жизнь не изменяет, помогает нам, удерживаем ее. То она нас, то мы эту базу удерживаем. И удерживаем до сих пор вот наши традиции профессиональные, чтобы был профессионализм, чтобы передача традиций была. У нас старики с молодежью, мы вместе за одними столами работаем. И работаем бесплатно на комбинат для того, чтобы эту базу сохранять не только для москвичей, но и для художников всей России, потому что к нам приезжают из многих городов сюда. Вот в эти творческие группы, вот, которые сейчас отчитываются, приезжают из самых разных городов России. Вот. И традиционная выставка «Московская керамика», которую мы возобновили после целого ряда лет молчания, вот сейчас она снова действует. Московская керамика – это какое-то особое направление. Оно отличается от всех остальных тем, что оно более эмоциональное, более образное и более такое раскрепощенное. Человек вкладывает душу
вот в свою работу, в свое произведение, и как бы вот создает, ну, рождает дитя, вот, и дорожит этим все время. И, ну, вот, то, ну, вот то, что я хочу сказать, вот это, пожалуй, самое главное. Прежде всего, конечно, уровень профессиональный. И слава Богу, что наша школа остается и продолжается, потому что сейчас тенденция навязывания какого-то западного искусства, непонятного, что там вообще они делают, какие у них творческие, да там никаких творческих нет планов и программ, понимаете? А здесь... Вот она, школа. У каждого есть тема, у каждого есть свой прием профессиональный. Убедительно делают. И решение каждый раз все по-новому. По-новому. И вот я жду вот этой вот очередной выставки, потому что уже отметила для себя художников, которые заявили очень ярко и интересно. И мне интересно, как они дальше раскроют себя. Вот это вот важно, вот очень важно. То есть мы еще остаемся искусством. Керамисты меня восхищают, московские, тем, что они сохранили место последнее, с трудом его удерживают, где профессиональные собираются группы, профессиональные мастерские, профессиональные отношения друг к другу, любят друг друга. То есть с большим трудом сохраняют кусочек прежней жизни Союза художников в этой группе. А вот этот живой огонь, он непредсказуем, неповторим, и в нем такая есть, такая прелесть, которую нельзя сымитировать, вот этот живой огонь. И поэтому, как бы я ни мыслила по-скульптурному, если я включаю керамическую деталь, она должна иметь свойство огня. Я хочу сказать, что московская керамика, в первую очередь, конечно, это замечательное сообщество
художников, которые очень любят свой материал, которые к нему относятся с очень повышенной ответственностью и стараются этот материал нести зрителю не в качестве каких-то утилитарных предметов, к которым мы привыкли с точки зрения быта, а все-таки керамика – материал прочный, очень долговечный, и в нем всегда есть возможность работать в подробностях или очищаться от каких-то мелочей и работать достаточно цельно, украшать ландшафт, одевать им интерьер. И при этом самая главная задача перед именно московскими керамистами, как мне кажется, глядя на выставочные пространства, всегда стоит задача какой-то глубокой мысли, какой-то идеи, которая туда вложена. И самое прекрасное, что керамистов у нас достаточно много. И главное, совсем не обязательно, что они все имеют одну школу, потому что в наше сообщество примыкают люди даже из разных регионов, которые приезжают уже и начинают жить и работать в Москве. Но при этом все авторы очень разные, но задачи и цели практически у всех одинаковые. И московская керамика, несмотря на то, что материал один, технологии практически повторяются, но она очень-очень разнообразна. Московская керамика. Для меня московская керамика какая-то еще другая. Есть художник, есть его творчество, а там уже разберутся. Я люблю керамику и надеюсь, что это взаимно. Наша московская керамика, я считаю, что это песня, созданная коллективом, потому что то, что мы имеем этот комбинат, и мы все друг друга поддерживаем, любим, общаемся, друг у друга учимся, это вот коллектив наш, и он порождает индивидуальность каждого, и в то же время ощущение, что это московская керамика, это сильно, это здорово, это эмоционально, это настоящее. А московская керамика, понимаете, она очень живописная вообще. Она любит цвет, она любит фаянс, она любит все вот эти вот... И даже если человек не работает в фаянсе, то все равно... И потом, хотите не хотите, она более литературная, будем так говорить. Но это уже потому, что у нас такое, наверное, воспитание, нас так и в институте воспитывали, потому что мы должны были что-то сказать. В свое время, когда я училась, нам говорили, вы вуз идеологический. Ну, а мы работаем, как раньше работали. Нам эмоции, цвет, там, чтобы обязательно была какая-то там тема.
Мне очень нравится выставка «Московская керамика». Она бывает очень редко, но там собираются очень хорошие художники, стараются показать самые хорошие работы свои. И каждый выказывает какую-то свою концепцию по поводу своего творчества. И этим она интересна. Вот. Я тоже как бы стараюсь что-то такое показать, свои последние путешествия. Мне вот это еще очень интересно. И я думаю, что каждый показывает то, что ему интересно. И там этим выставка и интересна. Да. Московскую керамику отличает глубокая одухотворенность, высокие идеи, высокий смысл изображаемого. И, конечно же, большое мастерство всех художников. Нигде в мире нет такой глубины художественных образов. Вообще керамика – это очень сложное синтетическое искусство, в котором есть и графика, и скульптуры, и живопись, объемы, формы. Но самая главная черта московской керамики – то, что она одухотворена и изобразительного там много. Вот как Россия огромная, так и Москва – огромная столица совершенно разных представлений обо всем. И вот, наверное, как раз это и является причиной того, что у нас каждый художник московский – это индивидуальность. Никто не похож ни на кого. То есть, если, например, есть школа действительно Питер или Абрамцева, то в Москве, как место, в которое стекаются ручейки со всех точек вообще России, вот это как раз вот та самая широкая река полноводная, которая вбирает в себя все. И мы имеем вот такое удивительное разнообразие.
Московский керамик отличается своей сделанностью. Что туда может войти? Туда входит все. И цвет, и техника, и решение, композиция, эмоции. Все. Вот мое слово «сделанность» – это вот она сделанная во всех отношениях. Уникальное явление, потому что я был и в этом самом Петербург ездил в свое время, видел там у них керамику, она отличается. А московская, она как-то теплая такая, она, во-первых, многоцветная, она вся, она впитала и традиции народную там, и Дымково, конечно, в другом месте, но все равно, и дымковские, и всякие. Керамика меня привлекает как материал для эксперимента. Вот. И искусство, оно, в общем, его главная задача – это изменчивость, изменяемость. Ну, хотя мы все понимаем, что традиции надо беречь, там народные традиции, все такое понимать и глубоко, и их изменять, как бы развивать. Ну, для меня московская керамика – это, конечно, явление очень многогранное, да, тут и сама выставка, и московская керамика как школа. Вот в ближайшие дни для меня московская керамика – это будет головная боль, потому что мы будем этой выставкой заниматься, будем делать экспозицию. Вот, с другой стороны, это праздник, потому что всегда это, так сказать, какие-то новые работы, новые какие-то аспекты, новые взгляды даже на уже известные темы. Ну, в общем, это такое очень замечательное событие. Ну, потому что там специфические вещи в керамике. И если чего-то не знаешь, то получаешь сюрпризы. Даже если знаешь, получаешь сюрпризы. Вот. И особенно вот, когда нет такого мощного специального образования, когда тебе сказали, что вот что-то совсем нельзя. И я очень часто делаю то, что нельзя. Ну, и получается, что мне приходится переделывать.
много раз повторять обжиги, добиваться, пока я не получаю то, чего меня устраивает. Московская керамика для меня источник исследования, как инструмент исследования процессов научных, художественных, вот, например, процессов сознания человека. Вот я делаю серию антиномии сознания. Скованное сознание, раскованное сознание, устремленное, хаотичное. И вот такую серию оппозиционных форм и для меня важно. Вот, и как бы московская керамика для меня, вот московская керамика, это, по сути дела, вот, исследовательские процессы. Ну, московская керамика для меня и керамика вообще – это прежде всего вот воспоминания детства, потому что я воспитывался у потрясающего скульптора моей родной тети Галины Левицкой, и она всю свою творческую жизнь работала в керамике. И с самого раннего детства, где-то, ну, может быть, лет с пяти, я уже делал скульптурные работы в керамике. Причем попал сразу в коллектив замечательных художников. Вот, уже с детства работал с такими мастерами, как Галина Корзина, вот, Мария Фаворская, Эмилия Таратута. И от них вот я впитывал вот эту замечательную школу, замечательную эстетику московской керамики. Мне кажется, московская керамика, там все-таки главный герой – это человек. Не технология, не цвет, не способ, не метод, а именно человек, его мысли, его жизнь, его переживания. Мне кажется, это московская керамика.